На повестке дня 64-го заседания стояло 8 вопросов. Заседание проходило с участием общественности города. В большом зале собрались депутаты, руководители предприятий, организации и учреждений, а также средства массовой информации. По первому вопросу докладывала первый заместитель главы администрации Ирина Голованова. Вопрос касался развития производства продуктов питания в городском округе. Из доклада Ирины Александровны можно сказать, что объем производства с каждым годом растет. А с открытием маслоэкстракционного завода в городе Кумертау уменьшится безработица в городе. На заводе будет создано 520 новых рабочих мест. Еще один важный вопрос, касающийся подготовки образовательных организаций к новому учебному году. Из бюджета Республики Башкортостан на подготовку образовательных организаций к новому учебному году направлено 4 900 000 рублей. Из муниципального бюджета 12 737 600 рублей. Сметная документация для проведения аукционов по капитальному ремонту прошла экспертизу и получила положительное заключение в Федеральном центре ценообразования, строительства и промышленности строительных материалов по Республике Башкортостан в городе Уфа. По словам Марины Владимировны, подготовка образовательных организаций идет согласно плану. Также были внесены изменения в бюджет городского округа. За счет остатков средств будет реконструироваться лыжероллерная трасса. Реконструкция нашей лыжероллерной трассы позволит нашим спортсменам тренироваться в зимний сезон. Достоверность, положительное заключение достоверности определения сметной стоимости имеется. Это было крайнее заседание Совета городского округа 3-го созыва. В конце глава администрации города Борис Беляев поблагодарил за проделанную работу депутатский корпус.